Здравствуйте, Андрей Андреевич, очень рада видеть, слышать. Спасибо за прямой эфир и что вы с нами. Очень много людей на сегодняшний день написали на моем YouTube-канале жалобы. Это, чтобы вы понимали, больше 90 тысяч человек. И YouTube-канал чуть не заблокировали. Огромное спасибо моим ученикам школы Кайлас, которые начали писать комментарии под моими видео, неповторяющиеся комментарии. И когда начали борьбу за дальнейшее существование канала YouTube, это было вот важным компонентом, потому что начали конкретно писать жалобы, это было очень некрасиво. Начали писать прошлые ученики или бывшие ученики и так далее. Ну, все в порядке, ни на кого не обижаюсь, каждому свое. Люди, которые едут на своем корабле, когда человек едет на корабле и он находится на своем корабле, то он своего корабля не видит. Поэтому бесполезно кому-либо объяснять, что происходит на территории Украины. Мы едем на своем корабле. Те люди, которые едут на корабле, который называется Эрефия или Рашкастан, они едут на своем корабле. Они не видят, что свой корабль сгнил, что Россия напала на Украину. Они не видят, что здесь бомбежка, что солдаты ведут себя гадко, что это происходит геноцид украинского народа. Они считают, что войска зашли и нас бомбят, и нас разбомбили, и они за то, чтобы мы побыстрее здесь все подохли и так далее. Ну что ж, этого не произойдет никогда. Цього ніколи не произойдет.